На Всебелорусском народном собрании одной из ключевых идей была, что белорусы — это сильная нация. И что же вкладывается в понятие силы? И президент сказал, что труд, он обеспечивает силу нации, обеспечивает ее безопасность и духовный стержень, потому что благодаря ежедневному, кропотливому и напряженному труду будет обеспечен мир в нашей стране, безопасность в нашей стране. Это еще одно доказательство, что белорусы являются сильной нацией.